Всем привет, меня зовут Марат, и сегодня я расскажу вам о том, как дешево купить авиабилеты. Все мы любим отдыхать, и, конечно же, хочется отдохнуть с минимальными затратами в самом лучшем месте планеты. Всегда перед нами стоит выбор – либо купить туристическую путевку, либо поехать дикарем. Если рассматривать Россию, то, конечно, здесь, скорее всего, дешевле будет поехать дикарем. Но если рассматривать за границу, то чаще всего выгоднее покупать туристическую путевку. Предположим, что вы хотите полететь в Хургаду, в Египет. На сегодняшний день самолеты из России в Египет не летают. Что же нам нужно сделать для того, чтобы купить авиабилеты подешевле? Мы заходим на Aviasales и на Skyscanner. Набираем и там, и там. Например, Краснодар, Хургада. Выбираем даты. Смотрим, сколько же стоят билеты на этих сервисах. Нам предлагают билеты из Краснодара в Стамбул и Стамбула в Хургаду. Смотрим название авиакомпании, которая осуществляет полеты. Это компания Pegas. Заходим на сайт авиакомпании Pegas. На сайте Pegas мы выбираем билеты Краснодар-Стамбул, Стамбул-Хургада. Смотрим рейс на те же даты. Смотрим стоимость. Покупаем те же билеты, но дешевле, на 15-20%. Все, мы купили билеты и сэкономили достаточно большую сумму. После этого мы заходим на booking.com. Выбираем нужные нам даты и отели. Все, мы выбрали отели, они нам подходят по местоположению, бронируем их. Сервис booking.com хорош тем, что многие отели можно оплатить прямо в день заезда. Вот и все. Осталось только спланировать маршрут по достопримечательностям. Всем хорошего отдыха, ярких новых впечатлений. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока.